Приходом в наш регион железной дороги возникла необходимость в высококлассных специалистах-железнодорожниках. Именно по этой причине еще в 2010 году было принято решение о создании транспортного техникума в Нижнем Бестяхе Мегино Кангалатского района. Продолжит Марина Трифонова. 6 лет назад в нашем районе распахнул свои двери для первых студентов транспортный техникум. И тогда было известно, что от студентов, которые начали постигать азы своей профессии, будет зависеть судьба транспортной отрасли Якутии. Так, студенты-первокурсники технической эксплуатации подвижного состава железных дорог и группу организации перевозок и управления на железнодорожном транспорте в торжественной обстановке получили свои студенческие билеты. У нас было 4 выпуска на сегодняшний день и 165 выпускников. С каждым годом трудоустройство у нас увеличивается. Также в этом году у нас появились новые специальности. И одна профессия сварщика появилась, и строительство автомобильных дорог и аэродромов, также техническая эксплуатация подъемно-транспортных дорожных строительных машин и оборудования. В этот день студенты-первокурсники не только получили свои студенческие билеты, но и узнали много интересного о будущей работе. Сегодняшнее мероприятие связано с вручением студенческих билетов, ну и в целом в прием, значит, молодых людей в касту студентов, значит, студентов-железнодорожников. Непосредственно для этого здесь организовали это мероприятие, чтобы они своими глазами увидели, что такое железная дорога, из чего, из каких структур состоит, что железная дорога – это не только вокзал, что это и грузовые перевозки, и пассажирские, и включает в себя большой комплекс работы. И то, что, с чем они столкнутся в будущем после окончания техникума, это их работа. Свои напутственные слова передали новоиспеченным студентам руководители техникума. Держать марку и гордо нести звание студентов транспортного техникума. В будущем я хочу поступить в институт путей сообщений, либо в Дальневосточный, либо в Московский, по окончанию нашего транспортного техникума. Сначала надо окончить учебу на отлично. Идем на красный диплом. Стоит отметить, что студенты разных лет транспортного техникума стали и в будущем станут передовой кузницей кадров для железнодорожной и автомобильной отрасли Якутии. Марина Трифонова, Александр Шадрин, НВК Саха, Мегино-Кангалатский район.